Приветствую, друзья. Слушайте, я понял, в чем дело. И мне подсказали это участники нашей школы, человек будущего Homo Futurus. В чем дело? У меня все время было какое-то недоумение. Почему мне во всех сетях пишут благодарственные письма в моих личных чатах? А школа наша, ну, всего 197 тысяч подписчиков только на Ютубе. Не считая там одноклассников, контакта, телеграмма, куда надо обязательно подписаться. Там очень интересные вещи есть. Так вот, я удивлялся вот этому парадоксу, задался этим вопросом. Но мне сейчас вот, когда очередной раз так случилось, когда мне опять благодарности написали, но был такой случай вот буквально вчера, когда мне одна дама писала: «Помогите, помогите, я не знаю, что делать, ну такое состояние, не сплю ночами, я не знаю, как быть» и так далее. Я ей сказал: «Посмотрите бесплатные ликбезы, у нас плейлист на YouTube-канале». Она посмотрела, там по 2-3 часа, и там в Zoom выходили люди и задавали вопросы, и получали развернутые. Она позвонила мне сейчас и с такой благодарностью: «Вот вы знаете, я проспала 10 часов подряд, так здорово, спасибо вам огромное». Но я же все время получаю такие письма. И почему у нас всего 197 тысяч подписчиков нашей школы? Теперь я знаю почему. Оказывается, люди в большинстве своем не догадываются. Это так странно. Ну, мне подсказали, поэтому спасибо. Не догадываются написать свои комменты и вопросы сразу под роликами. Вот я выпущу сейчас ролик. Надо какие-то вопросы, которые вас волнуют, написать. Ну, что вы хотите, то и писать. Хотите, чтобы вам что-то не понравилось, пишите так. Но это же развивает нашу школу. И тогда количество подписчиков многократно увеличивается, потому что мы вместе помогаем всем. Да, до встречи, друзья. А на вебинар посмотрите, я там прикреплю в прикрепленном комменте. На вебинар придете, там будут новые приемы, попрыгунчик, там еще ночью увидите. До встречи.